Бегазов Эдуард Иванович, главный тренер команды СК ГМ ГТУ. Эдуард Иванович, не самая лучшая игра от вашей команды. Что скажете по этому поводу? Скажу, что в футболе всегда одна ошибка может привести вот таким результатом. На первых же минутах недооценили игроков и невнимательно сыграли, получили в ворота гол. Естественно, пришлось перестраивать игру. И когда у ворот соперник ставит 10 человек, и невозможно пройти практически туда, к воротам, то результаты бывают такие. Стали вести игру, надо было третий забивать, возможности были, не забили третий, получили себе второй гол. Таким образом мы потеряли очки, которые действительно могут оказаться в конечном итоге решающими. Что можете сказать насчет вашего соперника сегодня, помимо 10 человек в обороне? Соперник ничего не показал, никакого футбола не было, это антифутбол. Хотели они выиграть и построили только свою игру так, что, я же говорю, 10 человек в защите, один в нападении. Вот один и выиграл у них один. Спасибо.